Привет печникам и подписчикам нашего канала. Поздравляю всех, кто имеет военные специальности, Днем защитника Отечества. Желаю крепкого здоровья и успеха в труде. В этом коротком ролике я хочу предложить вам выбрать один из трех уличных печных комплексов барбекю, который я построил в 2015 году. Про тот, который, на ваш взгляд, необходимо снять отдельный ролик с подробным объяснением процесса кладки, расхода материалов и времени, и особенностей эксплуатации. Для того, чтобы сделать свой выбор, вам необходимо написать в комментариях под этим роликом или в нашей группе ВКонтакте, какую печь вы хотите увидеть в следующем ролике. На основе вашего выбора я посчитаю общее количество голосов за каждый комплекс и в течение ближайшего времени начну делать подробный ролик. Если вам интересно увидеть ролик про этот печной комплекс «Мангал Казан Русская печь», которая построилась из кирово-чепецкого кирпича недалеко от Сарапула, на берегу Камы, то в комментариях напишите «Печной комплекс номер 1 Кама». Если вы хотите увидеть ролик про этот контурный уличный комплекс «Мангал Казан-Мойка», который я сделал недалеко от города Воткинск из пустотелого облицовочного кирпича с футровкой казана и мангала с шамотным кирпичом ШВ-5, то напишите, что интересен уличный комплекс номер 2 «Солнечный». Я его так назвал, потому что когда я его строил, постоянно была солнечная погода. Если вам интересен этот большой уличный комплекс «Казан-Мангал Русская печь, два столика и мойка», который я построил в Москве из полностью шамотного кирпича, напишите «Большой уличный комплекс номер 3 Москва». Кроме этого, вы можете сделать выбор печного комплекса на моем сайте основаремонта.ру в комментариях на любой странице, кроме главной и контакты. На этих двух страницах я все комментарии удаляю, поскольку их там уже больше 100. И они занимают очень много места. Также хочу вам предложить подписаться на наш канал, если вам нравятся похожие ролики, и в нашу группу ВКонтакте «Кладка печей в Ижевске», если вам необходимо задать вопрос, касающийся печной кладки. Я по возможности стараюсь там отвечать на все вопросы несколько раз в неделю.